Приветствую вас на канале Asmodee Play. И сейчас мы будем играть в игру Half-Life эпизод 2. Ну давайте начнем новую игру. Пес. Здравствуй, пес. Мой отец. Кидай. Так. Какой-то эпизод пропустили, что ли, мы? Ладно, посмотрим. Да, плохо, что по-английски, конечно, не разговаривать. Повстанцы. Подбивайся давай. Выживи. Вот это вот, кстати, такая тварь еще трудная. Так, башни нет, это у нас что, портал? Это, кстати, во второй части, да, мы его разбили. Портал образовался, наверное, это он был. Вот такое вот предисловие, что было, пока нас не было. Как-то так. Ладно. Но есть сама игра не на английском. А это будет сложновато мне. Ну, загрузка завершена. И что же нам? Ай-яй-яй. Идем. Да идем. Гордон? Да здесь я. Гордон, слава богу, ты жив. Открывай двери. Я помогу тебе выбраться. Давай. Я тебе только что-то и сказал. О! Что? Надеюсь, она не сломана. О, это же моя грави-пушка. Погоди. Так, куда? Жми. Все, давай мне грави-пушку мою. Ого, я и забыла, какая у нее отдача. Держи грави-пушку. Ну давай. У тебя лучше получается с ней общаться. Вот так. Когда я решила, что потеряла тебя. Да. Ты всегда сумеешь выкарабкаться. Пойдем. Ладно, надо двигаться дальше. Что у нас? Так, туда не зайти. Кстати, мистер G опять здесь где-то должен быть. Если не ошибаюсь, по сценарию какие-то пришельцы его ненавидят. Вау! Блин! Ладно. Цитадель, что-то происходит. Ага. Боже мой, цитадель.
Ну. Что там происходит? Что это? Ну что, какой-то временной торнадо. Присядь! А что берегись-то? Я-то здесь. Я тут в безопасности. Что, время пришло? Сгнил мостик-то. Пойдем. Ну ты где? Пойдем. Да, я-то цел. Давай смотреть, что у нас здесь есть. Опа, броня. Блин, блински так. Пошли. Что у нас здесь? Камни. Неплохо. Вау, смотрите, у него рот раскрыт. У тебя оружие, а у меня почему нет оружия? Я тоже хочу себе оружие. Ой, убивай его. Как ты возьмешь, если ты только что убежала? Да, сюда. На. На. Что? Все? На. Ой. Подожди. Там что-то должно взорваться. Так. Что здесь есть-то? Ну давай. Где оружие? Падла, что ни одного оружия нету? Где кто еще остался? Ага. Ага. Нет, это я сказал, ага. Где этот? Ханат еще один. Папа с доктором Кляйнером находятся на старой ракетной базе к северу отсюда. Надеюсь, они все еще используют это число. Они хотят запустить. Так. Ага, получилось. Блин, ты мои реплики даже воруешь, падла. Ну что еще? Так. Эпизод 2. Эпизод 2. Ну ладно. Давай мне эту штуку. Если у тебя возникнут какие-то идеи, не стесняйся. Вот она. На, я починил. Не пойму, что я сделала, но это помогло. Это я сделал, тварь ты такая. Давай. Ой, там что-то написано. Белая роща. Шахта Победа. Или победители. Белая роща, ответьте. Белая роща, вы меня слышите? Алекс, господи, неужели это ты? Да, Гордон рядом со мной.
Нам удалось выбраться из Сити-17. Алекс, слава богу. Это просто невероятно. Не волнуйся, папа. С нами все в порядке. А вот с Цитаделью творится что-то очень странное. Да, мы тоже наблюдаем за ней. Кто-то контролирует процесс распада и собирает энергию в портальный луч. Это комбайны. Они пытаются открыть новые врата. Именно так. Вы наблюдаете перед собой зарождение сверхпортала. Но повторится семичасовая война. Что-то... На этот раз нам не продержаться и 7 минут. О, Господи. Гордон? Что? Для чего они отправляли эти данные? Чтобы... Данных? Из Цитадели? Мы были в зале управления. Они скармливали огромные пакеты данных в программе уничтожения ядра. Магнусон слышал? Даю голову на отсечение. Это был код портала. Слышал, не глухой. Я скачала весь пакет. С тех пор за нами погоня. Да. Понимаешь, Клайнер, это краеугольный камень всех их планов. Прекрасно понимаю. Когда это? В этом уничтожении должен был быть заложен код сеанса связи с внешним миром. Так вот, юная дама, к вам в руки попал код связи с главной инопланетной базой комбайнов. Если я не ошибаюсь, а ошибаться мне нет причин, то это тот самый код, который пытался получить доктор Мосман. Сколько вы будете сюда добираться? Мы лишились всех вещей, но скорее... Нельзя терять ни минуты! Мы ускорим подготовку. Ты дай сказать ей. Как только вы появитесь у нас, мы закодируем спутник и отправим его на орбиту. Торопитесь, ребята. Только ради бога, будьте осторожны. Подтверждена способность организма к размножению. Ответь, папа, ты меня слышишь? Начинается зачистка сектора. Нет. Вертолет. Отдаленная за нами по-прежнему погоня. Приказ. Надо от них оторваться. Так, а где у нас? Идем сюда. Космос-то где-то был, в космосе надо было принимать участие-то. Ну ничего себе, спасибо. Дайте мне что-нибудь. Вот так. Ты что, не видела, что ли? У меня больше вообще ничего нету. Ах. Так. Так, 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 давай сюда. Мне надо сверху что-то спустить, стащить. Поехали. Ну что, неплохо? Только не видно ни хрена, правда. Удачно? Это сработало? Конечно. На тебя всегда можно положить. А то. Давай, где этот джи-то находится тоже? Но пока комбайны не лишились силы, это было нереально. Не знаю, как он собирается с помощью... Что это было? Я у тебя хотел спросить. Ты слышал? Ну, и что это было? Тише, тут кто-то есть. Давай, я тихо, тихо, тихо. Иди тихо, тихо, тихо. Мы двое будем тихо, тихо. Понятно. Вот он, не придумал, как открыть ворота. Да подожди ты. Тут кто-то у тебя храпит, сопит, пердит. А ты о воротах думаешь. Будь осторожнее. Я жду здесь.
где кто есть. Понятно. Блин. Ворота открыты. О, робот. Угу, угу. Так. Ладно. У меня такое чувство, что поблизости кто-то есть. Да быть не может. Обманываешь, поди. Боже мой. Вот. Что это такое? Ой. Подожди, это что-то недружелюбное. Помоги мне. Это что-то недружелюбное. Я думал, это наш. Ну что, тебя проткнули? Надеюсь, ты будешь живая. Ну? Убили? Во! Пришельцы вот эти. Они будут против Гемена. Это я точно помню. Алекс Венс. Да, он самый. Что за беда стряслась? О, Фримен. Что, проткнули ее. Ты невредим, и это доставляет мне радость. Но Алекс Венс попала в беду. Конечно. Что с ней будет? Сможете вылечить? Так, ты меня моих хотел сил прибить. Не хватит, чтобы ее исцелить. Я призову на помощь соплеменников. Молодец, зови. И откуда они прибегут? Ой-ой-ой. Мои соплеменники встретят нас в подземном убежище. Надо скорее отнести ее туда. Я буду поддерживать в ней жизнь, если Фримен возьмется прокладывать нам дорогу. Поторопимся. В глубине шахт нас ожидает помощь. Ну, пойдем. Нам куда? Нам сюда же надо, да? Время на исходе. Ее состояние ухудшается. Подожди. Так. Пойдем сюда. У нас пока только один ход. А опускать меня кто будет? Хоть оружие какое-то появилось. Давайте посмотрим. Поехали кататься. Так, что-то не понял. Что не так? Встали, поехали. Так.
Понятно. Ты не можешь, да, сразу несколько дел делать? Ну давай еще раз попробуем. Ее, значит, надо так вот выполнить. Так. А она нужна мне? Да, попробуем все-таки ее еще разок взять. Хрен на тебя. Не очень-то, знаете ли, вау, не очень-то и хотелось. Ну. Сам. Без меня, ладно. Все вроде. Так. Это я откуда? А, все, просто перелез. Понял. Ну пойдем. Тихо, 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 тихо. Попал? Так. Ты встать хотел? Или что? Ой-ой-ой-ой-ой. Что это за труп меня сопровождает? Потихонечку. Так. Ага. Это хоть безопасно, надеюсь? Что случилось? Ну, я думаю, их надо убивать. Так. Ну-ка, что будет, если их не убивать? Давай. А я просто их раздавил, что ли, что? Или они сами так лопаются? Еще разок. Я их просто раздавил. Это что такое? Непонятно. По туннелю мы идем. Вау! Где он?
Вот так. Вот и расправились с муравьем. Если это, конечно, был муравей. Да. Так, это мне туда надо, да? Ну ни хрена вас. Деточка, вам не кажется, что у вас слишком много? О, дробовичок. Так, это что? Что за граната? Еще немножечко. Вот смотрите, вот так вот, да, разобрали мы их. Шахта Победы. Ничего страшного. Вот все мы все взяли. Так, здесь мы поднимемся на свободу, так я понимаю. Ладно, давайте по порядочку. Вот у меня дробовик есть. Я считаю, это неплохо. На. Что-то не понял, почему так. Ну-ка назад. Этого нам пока еще. Далековато. Вау. Давай. По камню, да? Разнес у тебя. Вот так. Возьму на всякий случай. А вот и он. Случай. Давай еще разок. На. Нет, назад, назад, назад. На. На. Вот так. Неплохо. Правда, тут ни хрена непонятно, куда мне надо идти. Что за жуки эти, что за пауки? Бежим, бежим, бежим. Ай-яй-яй. Ой. Да. Вот так, вот так. Куда? Назад. Назад.
Какая умная тварь. Еще кислотой плюется. Ой-ой-ой, главное, чтобы они толпой не напали. Так. Стоять, где ты? Мне же не обязательно их убивать, правильно? Да тихо ты. Тихо. Патроны подобрал. Ой. Правильно, ешьте. Все? Все-таки вы, оказывается, бываете полезными иногда. Так. Ага. Сопельку свою только что спустила. На. Что, еще что-то кто-то там попался? Ой. Вот так. Нормально, да? Бахнули его. Блин, а можно как-нибудь на улицу выйти? Давай. Не выходите, да, на контакт? Неплохо. Итак. Ага. Ну, есть, да. Есть. Над чем подумать, конечно, тут. Мне вот как-то вот эти... Канали вот этого как-то вообще не нравится, не прельщает. Ну не здорово это. Не здорово. Кольцо Ворта. Я бы знал бы еще что-то такое. Смотрели вы? Смотрю. Идиот. Это же Гордон Фримен. Партигон говорил, что он скоро появится. Вот Гордон так. Гордон Фримен, Алекс Вайнстам. Ворт пытается привести ее в чувство. Это что за значок? А значки, смотрите, этого халвы. Так что. О! А что здесь? Ничего. Так. Ух ты, автомат. А у меня автомата еще нету. Так, ладно. Ой, я знаю, что это такое. Вот так. Давайте будем держать оборону.
Давайте будем нести искусство людям. Берут они охотно старинные полотна. Итак, сколько интересно знать. Продержится-то. Ну и здесь надо поставить. Вот так. Так, я откуда бы вышел, еще знать бы точное место. Вот так. Нормально? Да нормально, я думаю. Главное, чтобы не зря это растаскивал. Так, F1 сохраним. А где-то я еще же видел их. Вот они. Вот они. Вот она, вот она. Намотана. Оп. Опаньки. Да. А потушеньки. На выход сейчас еще поставлю одну. Вот так. У нас здесь что? Понятно. Надо немножечко тоже прибрать им. Самое главное их не кидать. Это же все-таки бомбы. Я как понимаю, у меня здесь битва жестокая должна начаться. Так. Ну все, вроде бомбы-то раскиданы. Блин, вот это славно. Дух Алекс Венс едва держится в теле. Мои соплеменники уже близко. Смотри, чтобы нам никто не мешал. Ага, и кстати. Давай. Фримен, раз уж ты здесь, помоги нам. Давай я тебе покажу, как работают датчики приближения львов. Если надо, там есть немного припасов. Патроны и аптечки. Понятно. Это я все знаю. Так, а у нас еще что, только две штуки таких? Больше. Больше нету. Датчик включится, если в тоннеле появится лев. Чем больше сигналов, тем больше львов. Если тоннель светится, как новогодняя елка, мы разворачиваем тоннель. А, док? Эй, док! Ты ведь не привел за собой хвост, а? Не слушай его, док. Мы на взводе. Давай. Все понятно. Давайте, ребятушки. Сказал, мы достаточно далеко от гнезда, чтобы они нас не услышали. Главное не причинять вреда их личинкам. Но мне что-то не хочется проверять эту теорию. У нас остались всего два пулемета. И те держатся на клейкой ленте и честном слове. С ними, конечно, чувствуешь себя спокойнее. Но расслабляться не стоит. Эй, Грикс, покажи доктору Фримену, где мы держим медикаменты. А, да. Вот там, где сейчас вор. Винты, аптечки и все такое. Начинается. Один сигнал. Идем. Надо защитить ворта. Ну, вроде понятно, да, как тут устроено все. Тем более, все хорошо, я не один стреляю. Я понимаю, это не конец. Док, ты когда-нибудь раньше видел муравьиных львов? Я-то видел.
Я с ними боролся, я с ними сражался. Сюда, Шекли! Мы на провале. Все ничего, пока они лезут из одного... Давай. Доктор Фримен, на тебе пулеметы. Чувствую, долго будет. Че, какие пулеметы? Ну? Так, вот потихонечку, не спеша, без фанатизма, меня прикрывают. Вот и все. Но без тебя здесь было гораздо спокойнее. Львы в 24-м! Скорее, скорее, сюда! Да тут я, тут! Давай. И поехали. Не бойся. Не бойся. Они к тебе уже добитыми приходят. Вот так вот. Все. Давай, не отставай. Может, тут останемся? Оставайся. Мы на 36-м. Док, займись 12-м. Давай, в следующий раз, когда на меня нападет лев, ты поможешь отбиться. Так я тебе и помогал. Не заметить полутораметрового жука. А вот и я один. Давайте. Да что тебе? Так. Мы на провале. Эй, док, бери 24-й. Они лезут повсюду. Так я и так беру. Ну ни хрена себе. Блин, как быстро патроны-то кончились. Патроны-то как быстро кончаются. Это же кошмар. Заряжай. Давай. На помощь.
Да слежу я. Где еще что у вас есть тут? Думаю, почти всех перебили. Да, думаю. Мы на 12-м. Это добра у нас на всех, и провал! Давай. 24-й, они лезут повсюду! Давай, сейчас автомат, я быстро расстреляю. Давайте. Твари. Немножко осталось. Где? Фух, вот нами и отведали немного. Перекусили. Ничего себе гнездо! Take this medkit. Давай. Два сигнала. Нам долго не придержаться. Берем на себя 36-й. Следи за всеми тоннелями, примем. Давай, за всеми тоннелями, ничего ты. А почему я-то один должен? Сколько надо держаться-то так? Ну давай. Кто еще где? Времен, ты улыбнулся? Это честное слово. Давай. Так. Нормально? Все? Все живы? Три сигнала! Три сигнала! Господи! Мы недооценили опасность! Не сдаваться! Давай! Началось! О, господи! Три сигнала! Это кошмар какой-то! Давай! Запчасти? Вау! Мы вас ждали. Просто хотел напугать. Нам жаль, что вы пришли так поздно. Многие львы убиты. Но многие остались. Помочь, Алекс Бенц. Не сейчас. Приближаются львы. Ну давайте, помогайте. Усмирим. Окей, на. Давай, бери любой туннель. А ничего, что туннель это 4. Хорошо, что они на нашей стороне. Да. Давай. Да я твою мать-то! Ты только посмотри!
Тихо. Давай, мне кажется, я тут не очень, да, помогаю? То есть вообще не помогаю. Не приближайся к зеленым вспышкам. Тихо, тихо. Давай, давай, давай. Ой, это свои. Кого-то съели? Мы истребили эту популяцию. Идем к следующему по важности делу. Алекс Вэнс. Давай. Ее раны тяжелы. Необходимо глубокое погружение в вор. Разумеется. Нам требуется личиночный экстракт, да. Экстракт, да. Вот именно. Я отправлюсь в глубины гнезда, в священный нектарий. Но мне не проделать этот путь в одиночку. Мы должны остаться здесь, чтобы поддерживать жизнь в Алекс Вэнс. Рейн, прошу, отправляйся, да. Возьми Фримена. Лучшего спутника не придумаешь. Отлично сказано. Да, вперед. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!